Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Ну вот и пришло время уборки лука Exhibition. Вот с этой грядки, где у нас был посажен лук. Вот так вот немножечко густо. Начал он, вот как видите, полегать. То есть шейка лука уже практически, вот видите, в некоторых луковицах она совсем пересохла. Некоторые луковицы, например, как вот это еще, не особо она пересохла, но уже на этой грядке можно смело его убирать. Ну, то есть луковицы всякие разные. Есть и вот крупные, хорошие такие луковицы. Прям такие вот. Есть помельче. Ну, в принципе, весь лук очень даже неплохой. А вот этот вот лук, который был посажен, вот так вот в два рядочка, я его пока не буду выдергивать, потому что, видите, он весь зеленый практически. То есть шейка у него еще не начала заваливаться. Ну, только у некоторых вот луковиц. Только начинает она заваливаться, а вот некоторые совсем еще зеленые. Вот такой вот лук ялтинский. Смотрите, какая крупная луковица. Вот такая вот. Практически можно обхватить. Вот такая большущая луковица у ялтинского. Ну и у Exhibition тоже. Вот здесь, где пореже он посажен, луковица очень даже хорошая. Такая вот крупненькая луковица. То есть, если у вас стоит сухая погода и не надвигаются дожди, то смело можно оставлять вот такой вот лук на грядке, чтобы он естественным образом вот подсыхал. Ну, затем можно будет его убрать. Здесь только-только начинает он подсыхать. Еще шейка очень даже сочная. И, может быть, даже он еще немножечко растет. А вот этот лучок, видите, завалился. Жилу тоже можно убирать. И вот такая вот луковица у Exhibition. Следом еще одна такая же примерно. Вот она, такая луковичка. Вот такой вот лучок Exhibition. Такая вот крупненькая луковица, корешков здесь очень даже мало. Я считаю, что очень хороший лук. Салатный он. Очень, можно сказать, такой сладенький. Не острый. Ну, в самый раз для шашлыков, для салатов. Просто замечательный. И хранится он 3-4 месяца после уборки. Вот сейчас я убираю лук, который рос около грядки. По краю гряды. Всякий разный он вырос. Где-то вот такой вот небольшой. Я считаю, что тоже он подойдет и такой. В принципе, есть вот такие вот крупнючие луковицы. Вот они какие. Здесь он уже сейчас такой весь в бурьяне. Зарос. Тут помидоры с одной стороны, с другой стороны морковка. И вот такой вот лук. Я считаю, что вообще это очень хорошо. Занимает он мало места и вообще растет очень даже хорошо. Уже он здесь уже как повысох. Уже, в принципе, его и сильно сушить-то не надо. Все практически повысохло. И вот смотрите дальше. Точно такой же вот он. С краешку растет. Вот. Одна, вторая. Вот смотрите, какая крупненькая. Третья. Опа. Его какая четвертая. Смотрите, какая замечательная луковица. Совсем занимает мало места. И растет вот так вот. Ну вот смотрите, это лук, который рос у нас с краю гряды. Вот здесь одна луковичка такого вот ялтинского. Небольшенькая выросла. Ну а так в целом разный лук. Есть крупнючие вот такие вот головки. Хорошие. Есть помельче. Ну, совсем мало места он занимал. И рос, как можно сказать так, уплотняющий. Уплотненные посадки вот называют, наверное, их. Вот такой лучок нарос. Ну, здесь тоже ялтинский покажу, уже раз я здесь нахожусь. Тоже они достаточно крупные. Видите, такая вот. Такая. В этом году сухо, поэтому он хорошо рос. Здесь прям целый ряд. Из луковиц одна, вторая,
Дальше третья тоже хорошая. И вот здесь тоже такая луковичка. То есть, так как сухо, он не сгнил и хорошо нарос. Нарастил крупную луковицу. Ну, сейчас убираем уже и вот этот эксибишн. Ну, в целом тоже примерно такие же, наверное, луковички. Вот они. То есть он мелким не растет. Лук эксибишн, он всегда такой крупненький. Вот и какая. Ну, да, весь примерно одинаковый. Такие вот луковицы. Ну, вот такой вот лучок. Чистенький. Растет очень хорошо. Неприхотливый, в общем. И так интересно, он врывается. Прям аж трещит земля таких луковиц. Конечно, лучше вот прям за саму луковицу тянуть. Прям вообще. В общем, посеете его, обязательно у вас вырастет лук. Будете с отличным урожаем. Первый раз вот посадили, и такой лук вырос. Вот это прям вообще огроменная. Вот такая вот луковица. Здесь я не знаю, и на 3 супа хватит или на 4. В общем, прям вообще отличный. Одно удовольствие рвать такой лук. Интересно, он так трещит прям. Земля. Здесь помельче. Всякие, в общем, луковицы. Опа. Вот такие вот. Замечательные вообще урожай просто ничего. Ну и что он хранится 3 месяца. Это уже неплохо. А если его хорошо высушить и 4 прохранится, в общем, до Нового года точно он должен храниться. Ну, мне кажется, он быстро уйдет. Такой лук. Просто обалденный. Бомбезный лук эксибишн. В общем, сейте лук эксибишн. Вырастет у вас соседям на зависть. Просто все обалдеют. Такого лука. Вот такая вот куча уже. Как его только унести. Просто очень хороший лук. Вот здесь, конечно, под другими культурами он помельче. Ну, тоже, как вот севок покупаем, садим. В принципе, вот он и в тени повырос какой. Даже больше севка. Такие вот луковички. Ну, а ялтинский пока остается. Пускай еще у нас стоит жаркая погода, теплая. И пускай он еще растет. Ну и места он занимал вообще очень-очень мало. Вот всего лишь-то вот столько места было у него. Ну вот, такой лучок вырос, получается, на грядке, где он густо был посажен. И как уплотнитель рядом с помидорами. То есть тот лук, который растет у нас редко, двумя рядами я его не воровал. Ну, вот такой вот лук эксибишн. Так, его немножко мы разложили. Те луковицы, которые уже были с подсохшим вот этим стеблем, срезали его и корешки убрали. Ну, в общем, здесь вот немножечко еще подсушится, и он будет готов к хранению. А остальное вот так вот обрезали, как обрезают, когда лук связывают в косы. Ну и тоже вот он сейчас на солнышке полежит, может, дня 2 так вот лежать. Главное, вечером его прикрывать, чтобы роса никакая на него не напала. Ну а затем перенесем его на крышу. Там такой достаточно прохладный микроклимат. В то же время и сухо, и не очень жарко, и не очень, ну такая вот, как раз пригодная температура для того, чтобы лук хорошо подсыхал и готовился к зимнему, осеннему хранению.
Просто говорят, что вот эту шейку сразу нельзя как бы обрезать. Ну, кто-то такое говорил, я слышал. Ну, вот так мы его обрезали. В общем, подсохнет, потом уже срежем. Как естественно, вот лук сушится на грядке, когда растет. В общем, такой лучок, эксибишн. Ну, а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.